Видите вот этот камень? Этот камень 200 лет назад так именно и стоял. Он миллион лет так будет стоять. Никто не знает почему. Какая магия в этом камне. Посмотрите. Ни на сантиметр не сдвинулся. Как стоял 200 лет назад, так и стоит. Откуда мы это знаем? 200 лет назад здесь сфотографировался англичанин-путешественник. Английский путешественник, вот. Сфотографировался здесь. Здесь так все и было. Так что это магический камень. А теперь пойдемте к раме. Нашему дружбану. Рама. Вот такие названия. Шива, рама, Кришна. Черт побери. Ладно, девочки, побежали. Рассвет. А теперь мы поедем на рикше в дворцовую часть, в каменную колесницу смотреть. Я бы сейчас когда-нибудь видел колесницы. Нет. Я тоже. Так что мы сегодня именно и узнаем. А пока его нет, я за рулем рикши. Да. Так-то. Поехали. Экстремальные пацаны. Там уже виднеются входные ворота в дворцовскую часть каменной колесницы. Скоро, буквально вот 400 метров. Ну вот я думаю, отсюда уже будет лучше видно. Гору Кешкинда, легендарнейшую гору. Видите на ней? Белые ступеньки. А на самой вершине горы Monkey Temple. Там мы сегодня будем встречать закат. Там еще снимался фильм с Джеки Чаном. Вот легендарное место. Сюда привозили самых лучших арабских скакунов. И продавали их вот на этом базаре огромном. Видите вот эти вот камни, да? Они идут, идут, идут. Вот в каждых таких ячейках стоял арабский скакун. Арабская лошадь. И здесь стояли самые лучшие. И здесь их продавали. О, какая хорошая арабская лошадь, а? Ну-ка, я тебя хочу купить. Сколько ты стоишь, мой дорогой? $1,000,000. $1,000,000? Да откуда ты такой дорогой, мой хороший? Из Абу-Даби. О, какой из Абу-Даби. Хороший арабский скакунец, а? Давай, я тебя покупаю за $1,000,000. Лови, пойдем со мной, мой хороший. Пашкарани, Пашкарни. Да, вот такой бассейн огромный, да?
для ритуальных омовений. Сейчас туда тоже сейчас зайдем, наверное. Проверим, как там дела у них. Вот там вот Глебыч. По легенде, здесь очень хорошо передается шепот и всякие разные звуки на дальнем расстоянии. Сейчас попробуем. Ну давай, вставай на камень. Вот так вот встань. Так, ладно. Глеб, ты меня слышишь? А сейчас меня слышишь? А сейчас? А сейчас? Теперь ты пошептай. Да. 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 Все, проверили. Легенда оправдана. Все, идем сейчас в колесницу каменную. Короче, здесь есть легенда, что здесь можно загадывать желание. Вот сейчас... Загадаем желание. Сейчас. Ну, пожалуйста, Бог. Я хочу быть умным, красивым.